как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию, где мы будем продолжать обучать нашего нубика Катерину. На самом деле я решил просто попрощаться, потому что, кто не знает, Катюха уехала домой, в Новосибирск, она там живет, она там учится, и можно сказать, официально я могу заявить то, что первый сезон обучения нубика Катерины в Майнкрафте подошел к концу. Я решил попрощаться и подвести итоги, что же произошло в этом сезоне, когда будет следующий сезон и что мы будем делать в следующем сезоне. А когда он будет, ну, наверное, зависит и от Кати, и от меня, и от вас также. Вы ставили много лайков, и мы это видели прекрасно, поэтому мы продолжали выпускать эти серии для вас, потому что, ну, вам они нравились. И если ты хочешь продолжение, если ты хочешь второй сезон, также влепи, пожалуйста, огромнейший палец вверх на эту серию. И если наберем, давай наберем 35 тысяч лайков. Я знаю, что это дохрена, но следующий сезон, я надеюсь, что будет скоро. Поэтому мы все его очень сильно ждем. И если ты хочешь мне доказать то, что ты его ждешь, поставь лайкусик прямо сейчас. Сколько же было много роликов. Ой, и чему мы только не обучали нашу Катеридзу. Мы в ад ходили, мы добывали с ней ресурсы. Вопрос. А я только сейчас заметил то, что она что-то опять построила за своим домом, пока меня опять не было, Катерина опять что-то построила, да? Я помню эту постройку, она была на предыдущей серии. На какой-то карте, но Катя успела удалить ту карту, я не успел посмотреть, что там. А сейчас, походу, она специально это построила, чтобы я смог увидеть, что же там внутри. Какое послание она мне оставила. Кто помнит этот цветочек? Это я ей подарил цветочек, когда она здесь проходила паркур. На цветочке было написано «Подарок от Эдички для Катечки». Хорошие времена были, хорошие времена, хороший паркур был. Катя так и не научилась паркурить. Ну, и давайте... И что я вспомнил? Давайте мы опять Кате докажем, что бедрок можно сломать. Катя, если ты смотришь этот ролик, бедрок можно сломать. Да. Давайте напишем все в комментах, то, что бедрок можно сломать. Чтобы когда она приехала в следующий раз, ну, она еще раз постаралась его сломать. Потому что его можно сломать! Можно, просто он очень долго ломается. Ну, в следующем сезоне я заставлю ее полностью его сломать. Неважно, сколько он там ломается, хоть целую вечность. Ну, в общем, мне интересно, что тут находится. Потому что я не видел вот эту фигню, и я не знаю, что она для меня тут приготовила. Опять какой-то замок из алмаза. Опять читерила, ну, понятно, что читерила в креативе. Алмазный замок. И розовые баннеры. Ядрёна мать, это вопрос, что она мне тут понастраивала? Это какой-то дроппер? Нет, ё-матушку! Подождите, а мне вообще нужно туда... Нет, ну подожди... Так, если Катя что-то построила, не сказала мне, и она знала то, что я буду записывать это прощальное видео, потому что, ну, я и про это говорил. Если она что-то построила... Твою мать. Если она что-то построила, она знала то, что я буду записывать этот ролик, и она знала то, что я это увижу. Поэтому, как я полагаю, она нам оставила какое-то послание на следующий сезон или что-то в этом роде. Поэтому это не... Так, я вижу, там есть какой-то проход. Смотрите, там, где я вожу мышкой, там есть какая-то дырочка. Возможно, мне нужно туда попасть, и, возможно, я смогу что-то там увидеть. Давайте посмотрим. Ёперэсэте! Кать, ты не могла ничего попроще построить? Ага, зашибись. Просто... Вот так! Немножко сложновато получается. Да шо ж то такое? Как мне это пройти? Катерина! Ты чё-то слишком жестоко мне тут настроила, какие-то троллинг-ловушки. А как мне туда попасть? Это просто нереально. Ладно, давайте другим путем. Если я прыгну вот сюда, я умру. Твоя... Ага. Слушай, мне кажется, я нам... Да что, собака?! Мне кажется, я намучаюсь, я очень сильно... Ёпер. Я намучаюсь с этим дроппером. Да как? Я не понимаю! Я просто не понимаю, как... Как я выжил?
Ребят, вы видели только что этот лак? Вы понимаете, то, что я только что как-то нашел какой-то лак в Майнкрафте. Я прыгнул на краешек. И у меня не снялось ни одно здоровье. Мне самому интересно, как я это сделал, потому что я пока что не понимаю. Ладно. Опа, допрыгнул. Допрыгнул. И сейчас вот сюда. Научиться бы еще раз так делать, потому что я не понимаю, как я это сделал. Я не понимаю, что я сделал. У меня такой вопрос. Если я допрыгну вот туда, я умру. Мне кажется, отсюда я не смогу умереть. Поэтому давайте мы сначала еще восстановим здоровье, чтобы у меня было все на максимуме. Мне кажется, я не умру, если я туда допрыгну. Фух, ладно. Раз, два, три! Опа! А я еще и алмазы нашел! Подождите, подождите, я еще и алмазы нашел! Нифига себе, так, ладно, что это за рычаги, у меня такой вопрос. Я надеюсь, тут ничего не взорвется после того, как я нажму на этот рычаг. Кать, если тут что-то взорвется, я приеду к тебе на Новосибирск, не знаю, что с тобой сделаю. Антон. Цветок Антон. Она решила меня познакомить с Антоном? Она же боялась, она же даже не подпускала меня к Антону, потому что думала, то, что я его Она оставила Антона мне. Она оставила мне Антона. Она доверила его мне, чтобы я за ним приглядывал до ее следующего возвращения. Антошек, я тебя не дам в обиду. Как в прошлый раз, я тебя не дам в обиду. У меня такой вопрос, а где я вообще нахожусь? Это какая это высота? 17-я? Подожди. Так. А, так это тут за стеной было? Ладно, ладно. А что мне делать с этим Антоном? То есть мне сюда нужно будет каждый раз приходить... Мне сюда нужно будет каждый раз приходить и поливать его. Подождите. Сундук. Под Антоном есть какой-то спрятанный сундук. Я только сейчас заметил то, что там что-то есть. Ладно. Записка. Я говорю то, что Катя еще нам какую-то записку оставила. Ладно, давайте прочитаем. Чё? Мне нужно кое-что вам всем рассказать. Я записала и спрятала ролик на твоем компе. На моем компе как она записала? Найди его. Название «Прощайте». Прощайте. То есть Катериза решила с нами попрощаться? Ладно. Мне кажется, мне туда уже возвращаться не нужно будет. Мне нужно сейчас найти какой-то ролик на своем компе, который называется «Прощайте». Смотрите, она даже не просто так уехала. Она уехала и записала для нас прощание. Мне нужно кое-что... Окей, давайте найдем ролик, потому что я его сам не видел еще. А перед тем, как посмотреть, что же Катя нам записала, я хочу вам показать, что она мне подарила, когда ко мне приехала. Она шила этих медвежат. Это типа я, если посмотреть. Тут везде есть пирсинг. Такой же, как у меня. Рука в татуировках. Вот прям не просто что-то там накалякано, а на самом деле мои татуировки. Здесь часы, роза, ангел и прочее, прочее. И также еще и на груди есть? Да. Еще и на груди есть татуировка, так же, как у меня. А вот она. Мне кажется, подарок такой, а еще тем более такой, но сделанный своими руками. Давайте посмотрим, что же это за ролик такой. И где она его спрятала. Вот. Реально есть ролик, прощайте. Последние изменения 03.08.2018. То есть 3 августа в тот же день, когда Катя уехала. Она уехала 3 августа. Недавно вышел последний ролик с ней, но, как я вижу, она еще прощание какое-то записала. Вы готовы его посмотреть? Ладно. Давайте. Раз. Два. Три. Здорово. Дело такое. У меня сейчас самолет через несколько часов.
И так как я не успела с вами попрощаться, я решила сделать это в виде обращения. Я была в Москве целый месяц, и за этот месяц мы успели снять целый сезон с моим участием. А также я бывала на нескольких стримах, и это было круто, весело. Но я вынуждена уехать в Новосибирск, потому что я там живу, я не переезжала в Москву. Я живу в Новосибирске, я учусь в Новосибирске. Там мои родители, там мой кот. Но не переживайте, я скоро приеду, если вы будете ставить лайки на новые видосы Эдисона. И я обещаю, что если будет просто нереальное количество лайков, я приеду, и мы снимем новый сезон вместе с ним. Эд скоро будет выходить из душа, и мне пора уже отсюда сваливать, иначе будет как-то неловко. Я с вами прощаюсь. Но ненадолго. Я сам этого не ждал, на самом деле, то, что она такое сделала. Но мне кажется, как и мне приятно, так и вам должно быть приятно, что она вот так с нами попрощалась. Я не знаю, я, наверное, просто на этом сейчас закончу ролик, потому что мне нечего больше показывать, мне нечего с вами обсуждать, и я также буду продолжать ждать второй сезон обучения Нубика в Майнкрафте, так же, как и вы. Поэтому, ребят, что я могу сделать? Давайте мы наставим кучу лайкусиков, и давайте мы, кто еще не подписан, вы подпишитесь прямо сейчас на мой канал, чтобы дать знать Катеридзе, то, что мы ждем второй сезон, и чтобы она приезжала как можно скорее, мы записали этот самый второй сезон. Поэтому поставь лайкусик и обязательно подпишись. В первую очередь подпишись, потом поставь лайкусик. На этом я с нашими медвежатами буду с вами прощаться. Говорю вам огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.